Доброго времени суток, дамы и господа. С вами Дмитрий Медведев, и вы на моем канале «Заработок в интернете без вложений». Не забудьте подписаться на мои соцсети, где всегда актуальная информация, а не в правом верхнем углу. Итак, сегодня мы зарабатываем с вами $10 от проекта Monarch. Это 100 токенов МТП. Мы получаем от этого проекта. И также этот проект нам предлагает заработать по $2 с каждого приглашенного друга. Реферала. Monarch – это полный фиат-криптообмен с кошельком и торговым плагином, который предлагает периодические платежи за ежемесячные счета. Он построен на собственном блокчейне с токенами, постоянно поддерживаемыми серебром. То есть с помощью кошелька Monarch мы сможем обменивать фиат на криптовалюту и обратно, не напрягаясь и с минимальными какими-то процентами. Кому интересно, можете материально вложиться в этот проект, изучить его. Ну а мы с вами проходим airdrop, берем наши подарочные токены за задание в соцсетях и дожидаемся выхода этого проекта на биржу и, соответственно, продаем их с целью прибыли. Также здесь есть white paper этого проекта, кому интересно, почитайте. На разных языках, по-моему, на 10-34 страницы. Итак, переходим непосредственно к аирдропу. Аирдроп этого проекта расположен в Телеграме. Поэтому у кого нет VPN, чтобы с Телеграмом не было проблем, чтобы вы могли работать в Телеграме, обязательно его установите. Если у вас с этим трудности, хотя можете прогуглить и сделать это очень просто. У всех, я думаю, есть VPN, но у кого нету, есть подсказочка в моих видео. Под видео найдете вот такой вот пункте «Бесплатный VPN. Смена IP». Как скачать, как им пользоваться, очень просто. В Опере, в Гугле, а также будет здесь еще и на мобильном телефоне. То есть с этим проблем нет. Итак, заходим по ссылочке, проходим, попадаем вот в такой вот Telegram-бот. Ну и давайте разбираться. Нажимаем на старт. Итак, давайте приступим к заданиям, которые предлагает нам этот проект в Телеграме. Первое. Join our Telegram group. То есть вступаем в Telegram-группу этого проекта. Вступили. Возвращаемся обратно. Далее. Проследуем в Twitter этого проекта. И последние два поста пролайкаем. Нажимаем начитать. И вот эти два поста ставим один лайк и ставим второй лайк. И возвращаемся обратно. Далее мы должны ретвитнуть вот этот твит. Нажимаем. Ну, давайте поставим еще лайк ему на всякий случай. И нажмем вот на зеленый квадратик, чтобы ретвитнуть его. Наретвитнуть. И возвращаемся обратно в Telegram. Далее, нам нужно проследовать в Facebook. Нажимаем на «Нравится» и синим цветом загорится «Подписки» и «Нравится». И вы будете автоматически подписаны. Переходим обратно. Далее, нам нужно загрузить кошелечек, где будут храниться наши токены. И скачиваем с официального сайта кошелечек. На мобильном телефоне он будет выглядеть так, но... Кто на мобильном телефоне, соответственно, мобильный телефон скачивает. Я скачиваю на macOS. Открываем кошелечек. Соглашаемся с условиями. И создаем аккаунт. На этой страничке будет 12 слов, которые нужно записать, либо сфотографировать, либо каким-то другим образом. Они должны у вас остаться. Нажимаем Next. И теперь нам нужно для проверки ввести вот эти слова. Нажимаем Next. Придумаем пароль. Повторяем. Нажимаем Finish.
Итак, мы создали кошелечек. Здесь есть кошелек биткоина сразу по умолчанию эфириума. И наш кошелечек Монарх. Здесь нужно нажать на вот эту вкладочку и посмотреть свой адрес. Мы копируем эту ссылочку. Она нам пригодится для того, чтобы вставить в бота. Просто двойным нажатием, и она у нас скопирована. Этот кошелечек сохраняем. Не забываем от него вот эти слова, которые на всякий случай нам пригодятся, ну и пароль, соответственно. И здесь мы нажимаем на Yes. Выполнили все задания. Здесь теперь нам нужно ввести email адрес. Далее нас бот просит, чтобы мы прислали имя пользователя в Твиттере. Далее нас бот просит ссылочку на Facebook. И последнее, что нам остается сделать, это вставить адрес своего кошелечка. Еще раз вот сюда нажимаем. И два раза вот сюда нажимаем. Скопировано. И вставляем. И еще нас просит бот сделать скриншот нашего кошелечка, который мы скачали, чтобы они убедились в этом. И чтобы на этом скриншоте был виден адрес нашего кошелька. Отправляем скриншотик. И нас поздравляют, то, что мы с вами получили 100 токенов. И вот наша реферальная ссылочка, где за каждого приглашенного друга мы получим еще 20 токенов. Ну а также вот внизу появилось меню у меня. Здесь помощь, здесь веб-сайт. Вот здесь вот реферальная ссылочка. Давайте посмотрим. Ну да, та же самая реферальная ссылочка. И вот здесь вот баланс. Да, наш баланс 100 токенов. Airdrop пройден, с чем я вас поздравляю. Ну а на этом все. Если есть какие-то вопросы, отвечу на них в комментариях. Кому была полезная информация, поставьте лайк. Подпишитесь на канал, на соцсети не забудьте. Ссылочки есть в описании. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий проект. We'll be right back.